задержан с наркотиками в одном из подъездов поселка ГЭС Набережных Челнов. В ходе досмотра у 29-летнего мужчины полицейские обнаружили 35 свертков из фольги. Экспертиза позже показала изъятый синтетический наркотик. Позже в съемной квартире было найдено еще почти 100 граммов синтетики. Какое наказание сейчас грозит задержанному, знает Лина Зинатулина. У вас по себе есть что-нибудь запрещенное? Да. Сразу после задержания мужчина отпираться не стал. Отрицать очевидное не было смысла. Еще до личного досмотра признался, наркотики при себе имеются. Даже рассказал, какие и где лежат. В левом кармане, получается, вот этой жилетки, количество не помню, там лежит. И в кармане трико, в правом кармане лежит тоже. Тоже количество не могу точно назвать. Всего у него при себе было 35 свертков из фольги. Экспертиза позже показала, что их содержимое – не что иное, как синтетический наркотик, общий вес которого составил более 20 граммов. Мужчина не стал скрывать, для чего они ему были необходимы. Сегодня что делали в поселке ГЭС? В поселке ГЭС пришел спрятать наркотики. Задержанный рассказал, что наркотики он расфасовал и приготовил для дальнейшего сбыта на территории автограда. Позже в его съемной квартире был проведен обыск. Мужчина также активно сотрудничал с полицейскими. Сумка вот эта. Я могу сам достать даже. Угу. Все, дальше мы достанем сами. Вот она. Все хорошо. Во время обыска в квартире в кладовой обнаружили 2 полимерных пакета с порошкообразным веществом. На кухне в вентиляционной шахте нашли еще 3 свертка, обмотанных изолентой. Всего в свертках было около 100 граммов наркотических веществ. В итоге общий вес изъятых у мужчины запрещенных средств превысил 120 граммов. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. На время следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При доказательстве его вины ему грозит провести в местах лишения свободы вплоть до 20 лет. Лина Зинатольевна, Нафиса Минязова, вызов 112.